в заочном формате. Все зарегистрировались. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС-02-00001 15 человек. Присутствует 12 человек, в том числе 7 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Кворум есть, только что перекличка была. Разрешите открыть заседание. На прошлом заседании диссертационного совета была принята к рассмотрению диссертация Зорина Александра Валерьевича на тему «Символьно-численная реализация модели квантовых измерений водородоподобных атомов» на соискании ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Была сформирована экспертная комиссия в составе председатель Малых Михаил Дмитриевич, доктор физико-математических наук, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности Федерального государственного автономного образовательного учреждения Высшее образование Российский университет Дружбы народов. Члены комиссии: Дружинина Ольга Валентиновна, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра информатика и управления Российской академии наук. Рыбаков Юрий Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, профессор Института физических исследований и технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения Высшее образование Российский университет Дружбы народов. Слово для оглашения экспертного заключения предоставляется секретарю диссертационного совета Анастасии Вячеславовне. Анастасия Вячеславовна, пожалуйста. Так. Ой. Сейчас. Настя вылетела. Сейчас давайте чуть подождем, она переподсоединится. Угу. Да, вот переподсоединилась. Анастасия Вячеславовна, зачитайте, пожалуйста. Прошу прощения очень, что-то у меня интернет совсем барахлит сегодня. Так, заключение экспертной комиссии, да? Да. Так, заключение экспертной... Анастасия Вячеславовна, вы, наверное, не включайте камеру, а то вы будете постоянно вылетать. Мы и так знаем, что вы присутствуете, и ваш голос мы слышим. Хорошо. Да, давайте, Анастасия Вячеславовна, читайте. Так, заключение экспертной комиссии подготовила комиссия в составе председателя Малых Михаил Дмитриевич, Дружинина Ольга Валентиновна и Рыбаков Юрий Петрович. Экспертная комиссия проанализировала диссертацию, автореферат, публикации, соискатель и пришла к следующему заключению. Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 05-13-18 объектов и явлений. Пункт 2. Развитие качественных приближенных аналитических методов исследования математических моделей. Пункт 3. Разработка обоснования и тестирования эффективных численных методов с применением современных компьютерных технологий. И пункт 4. Реализация эффективных численных методов алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента. В соответствии с содержанием диссертационной работы специальности 05-13-18, по которой представлены к защите... который диссертация представлена к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической значимостью. Диссертация Зорина Александра Валерьевича представляет собой законченное самостоятельное исследование, в котором решена актуальная проблема развития методов исследования энергетических спектров валентных электронов, водородоподобных атомов и ионов, атомов щелочных металлов в рамках модели квантовых измерений Курочкина-Воткевича, их реализация в виде комплекса программ, имеющих важное научное значение. Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в том, что впервые разработан инструментарий для проведения исследований моделей квантовой механики Курочкина-Воткевича, а также восстановление того факта, что операциональная модель квантовых измерений Курочкина-Воткевича является частным случаем стандартной модели квантовых измерений Хеллстрома. Измеренные
измеренные наблюдаемые атомов водорода и атомов щелочных металлов, моделируемые оператором Гамильтона водородоподобного атома в квантовой механике с неотрицательной квантовой функцией распределения, описываются псевдодифференциальными операторами. Научная новизна исследований, представленных в диссертационной работе, заключается в следующем. Установлено, что операциональная модель квантовых измерений Кошкина-Уткевича является частным случаем стандартной модели квантовых измерений Халева-Хеллстрома. В отличие от общего случая, она обладает конструктивными преимуществами. Измеренные наблюдаемые атомы водорода и атомов щелочных металлов, моделируемые оператором Гамильтона водорода подобного атома в квантовой механике с неотрицательной квантовой функцией распределения, описываются псевдодифференциальными операторами, обладающими следующими свойствами. Квантовые измеренные наблюдаемые являются компактными, равными нулю на бесконечности, возмущениями своих аналогов общепринятой квантовой механики. Дискретный спектр квантовых измерений наблюдаемых лежит ниже непрерывного спектра, так как и для их аналогов общепринятой квантовой механики. И в рамках символьно-численной реализации операциональной модели Курочкина-Вуткевича квантовые измеряемые и наблюдаемые получаются из классических наблюдаемых с помощью правила квантования Курочкина-Вейля. Аналитически вычислены операторы Гамильтона водорода подобного атома, аналитически вычислены матрицы Рица операторов Гамильтона водорода подобного атома в базисе штурмовских функций, реализованы численные методы решения частичной и полной обобщенной задачи на собственные значения и собственные векторы матриц Рица. Вычислены вероятности радиационных переходов в атомах водорода и щелочных металлов для верификации операциональной модели квантовых измерений Курочкина-Вуткевича. Результат исследования имеет практическую значимость как для производства, так и для учебного процесса. В частности, проведенные в диссертации теоретические исследования и разработанные на основе этих исследований алгоритмический программный комплекс позволяет включить результаты модели квантовых измерений в экспериментальные исследования атомно-молекулярных структур, в том числе и для развития технологий передачи квантовой информации, что может быть включено в тематику курсовых работ кафедры прикладной информатики теории вероятности РУДН. Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования отражены в 34 работах, в том числе в 5 статьях, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК и РУДН, в 10 статьях, опубликованных в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus. Автор реферат адекватно отражает содержание исследования и четко формулирует его основные положения и выводы. В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты. Мележик Владимир Степанович, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований. Дербов Владимир Леонардович, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры общей теоретической компьютерной физики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского. Рудой Юрий Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор Института физических исследований и технологий Российского университета Дружбы народа. И Цирулев Александр Николаевич, доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры общей математики и математической физики Тверского государственного университета. Выбор оппонентов обоснован областью их научных интересов, а также наличием публикаций по тематике диссертационного исследования. В целом можно заключить, что рассматриваем диссертационная работа Зорина Александра Валерьевича на тему символьно-численная реализация модели квантовых измерений водорода подобных атомов соответствует профилю диссертационного совета ПДС 020001, что позволяет рекомендовать принять ее к защите. Большое спасибо, Анастасия Вячеславовна. Кто за то, чтобы считать диссертацию Зорина Александра Валерьевича, соответствующий профилю диссертационного совета ПДС 0200001 по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ и принять ее к защите, прошу голосовать. Анастасия Вячеславовна. Севастьянов Леонид Антонович. За. Самойлов Константин Евгеньевич. За. Хлебов Дмитрий Сергеевич. За.
Я за. Боголюбов Александр Николаевич. За. Виницкий Сергей Ильич. За. Гайдамак Юлия Васильевна. За. Дружинина Ольга Валентиновна. За. Ланеев Евгений Борисович. За. Малых Михаил Дмитриевич. За. Рыбаков Юрий Петрович. Я за. Савчин Владимир Михайлович. За. Спасибо. Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами доктора физико-математических наук по специальности 01-04-02 теоретическая физика, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований Мележика Владимира Степановича. Прошу голосовать. Так, Севастьянов Леонид Антонович. За. Самойлов Константин, да, Евгеньевич. Кулябов Дмитрий Сергеевич. За. Я за. Боголюбов Александр Николаевич. За. Виницкий Сергей Ильич. За. Гайдамак Юлия Васильевна. За. Дружинина Ольга Валентиновна. За. Ланеев Евгений Борисович. За. Малых Михаил Дмитриевич. За. Рыбаков Юрий Петрович. За. Савчин Владимир Михайлович. За. Спасибо. Доктора физико-математических наук по специальности 01-04-05 оптика, старшего научного сотрудника, профессора кафедры общей теоретической компьютерной физики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского, Гербова Владимира Леонардовича. Прошу голосовать. Леонид Антонович. За. Константин Евгеньевич. Дмитрий Сергеевич. За. Я за. Александр Николаевич. За. Сергей Ильич. За. Юлия Васильевна. За. Евгений Борисович. Ольга Валентиновна, прошу прощения, пропустила. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович. За. Спасибо. Доктора физико-математических наук по специальности 01-04-02 теоретическая математическая физика, профессора Института физических исследований и технологий Российского университета Дружбы народов Рудова Юрия Григорьевича. Прошу голосовать. Леонид Антонович. За. Константин Евгеньевич. За. Дмитрий Сергеевич. За. Я за. Александр Николаевич. За. Сергей Ильич. За. Юлия Васильевна. За. Ольга Валентиновна. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович. За. Спасибо. Доктора физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, доцента, профессора кафедры общей математики и математической физики Тверского государственного университета Цирулева Александра Николаевича. Прошу голосовать. Леонид Антонович. За. Константин Евгеньевич. Дмитрий Сергеевич. За. Я за. Александр Николаевич. За. Сергей Ильич. За. Юлия Васильевна. Ольга Валентиновна. За. Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Петрович. Я за. И Владимир Михайлович. За. Спасибо. Кто за то, чтобы разрешить печать автореферата диссертации в количестве 150 экземпляров, утвердить дополнительный список рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 15 апреля 2022 года? Прошу голосовать. Леонид Антонович. За. Константин Евгеньевич. За. Дмитрий Сергеевич. За. Я за. Александр Николаевич. За. Сергей Ильич. За. Юлия Васильевна. За. Ольга Валентиновна. За.
Евгений Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Петрович. За. Владимир Михайлович. За. Единогласно. Мы исчерпали повестку дня. Всем спасибо. Заседание закрыто. Если можно, я напоследок огромную благодарность выражаю всем, кто пришел и поучаствовал в заседании. Спасибо большое.